Добрый день, дорогие друзья! А перед началом видео по нашей замечательной игре хотел бы посоветовать вам сервер Rima Survival. Ведь это именно тот сервер, на котором я играю. И если хотите поиграть со мной или попасть в видео, ищите меня на Rima Survival. Ссылка на Discord сервера в описании. Блин, была раньше мезозой классная, да? Было не очень много народу, но и немало. Типа соточка с копейками была, и вообще кайф. И нахуй больше не надо. Вот эти вот 150 человек вообще ни хуй не грил. Тебя что, его ебануть, блядь, что ли? Ты, блядь. А что, по тебе попал? Сейчас сломаю нахуй. Обосрёшься, да, не сначала. Ну ладно. Потом догоню. Блядь, без принцип. А, блядь, тут Рекс! Ёб твою мать! Ты чего? Я его сломал. Сломал? Я его, да. Отхожу. Уходи, все, уходи. Ебать, блядь, ты кто? Ты откуда вообще? Это не твой напарничек, который с тобой был? Нет, он белый цвет. Откуда он взялся? А как я мимо него пробежал? Забайтишь его? Ага, уходи. Уходи. Ой, блядь, попал, но не сломал. Уходи. Блядь, он возле этих деревьев, урод. Вообще, я застрял просто. Давай, иди, иди с той стороны. Уходи. Зачем ты стоишь с ним? Я кусаю его, потому что... Я ему хуёво уже. Ебать, дядя, а ты чего? Ты кто? Молчи. Хорош. Сука. Сиди, хилься. Мне кажется, нашего я куснул. Или нет, хуй знает. А ты флоу был? Владос флоу был, слабик? Убили его? Ну, этого Рекса, да, убили. Блядь, обидно за Владос вообще. Сука, ну он вообще охуеть, он откуда? Просто, блядь, ниоткуда взялся. Так, а как я мимо него пробежал? Я не знаю. Я поэтому даже, знаешь, не смотрю, типа, ты бежишь куда-то вперед, я думаю, ну, типа, сейчас, блядь. Я уже тебя планировал куснуть разочек. Так, я еще на карту сел, покрутился, на месте стал, побежал дальше, блядь. Блядь, это пиздец. Сука. Сейчас посмотрю повтор вообще, откуда он, блядь. Ну, он со спины, блядь, выбежал у меня. И он меня не сломал с двух укусов, прикинь. О, попуск. Да, его тут вообще не видно, слышишь? Ой, поп. Я там вообще не видно бублик. Да, типа он здесь, ты думаешь, сел. Вдалеке какая-то левая шрамка идет. О, метагейминг, ай-яй-яй. Че метагейминг? Так, кто у нас зяблик? Я. Ага, я тебя замучу нахуй, чтоб... Ну, мало ли. Потом Денчик увидит видос, блять, и скажет, что за хуйня. Сливаемся, я пошел. Говорю, сливаемся, я пошел. Да, я тоже, мне надо будет. Давай, короче, вот этих забираем, и я уходу. На тебя выведу. Идите, мразь.
я ж могу тропку тут забадить. Поломать ноги, да. Нихуя тут, блять, обрыв, слышь, есть. Ага. Ебать, я тут просто сам... скинуть их. Ой, передо мной. А где они тут? Блин, а ночь скоро? Нет, утро только. Ночью бы прийти вообще пушку. Нет, где-то здесь у меня. Да я слышу. Бля, где слева? Где? Ебать, троих орёт. А где он? Я не пойму, что направо ушел как? Ну, я иду прям на него, типа, на звук. Внутри, походу, это скалы. Я перед ними. Прям перед ними? Да. Кто там? Шанта, Трайк и Терка. И что они там делают? Стоят. Сейчас, подожди, со спины. Ой, Дилки. Они перед лицом прям. Я понял, они на тебя смотрят? Да. Давай, подожди, я разверну их, подожди, разверну. А, вижу. Да ебать, они на поляне. Ну и пофиг, на сломать. Ты Трайка сломаешь сейчас с резиной пробежкой? Мне нужно терку сломать и Трайка. Ну я могу в терку забежать. Но Шанта догонит меня, да? Да. Не, Шанта не догонит. Ну все, у меня главное терку. Сможешь пробежкой? Забайте Шанта на силовуху и оббегай ее. Ебать, такая тусовочка нормальная у них. Могу в терку сейчас. Блядь, нафиг ты за мной идешь, блин. Я их наоборот так, хочу. Да куда, блядь, они на поле стоят? Это никакого ни эффекта неожиданности не будет. Тут они просто в поле, блядь, стоят. Что ты хочешь? На них. Тебе-то, конечно, на сапике съебался, блядь. Я-то не съебусь никуда. Мне надо конкретно их поломать всех. Так я в терку хочу залететь, понимаешь, нет? Так ломай. О, Дилочка. Одна, интересно. Я пойду посмотрю Дилок. Может там пачка? Я не вижу Дилок. Я слышал, только что орал. Я слышал, но не вижу. А, вон, над тобой прям наверху. Одна. Тебе спускается. А чё он на меня бежит, э? Я агрессию не проводил, ты чё, блин? Бублик, 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 ну у меня Шанта, я отвел его. Ну и что, и что ты хочешь, чтобы я сделал? Ну иду на тебя. Ну типа, она ж тебя не догоняет по скорости, алё. Беги просто от нее и все. Хорош. Смотри, она будет пытаться этот остановиться резко. Все бегут остальные. Все, ну раз 10 укусил. Хорошо. Трайк без стамины, да? А чё Трайка Дилка кусает? Ну Шанта нормально с блюдом. Терка, терка, где терка? Терка бежит вот справа. Надо терку ломать, бубли. У Шанты тоже там две силухи дала и бежала нормально. Шанта, Шанта, Шанта. Хорош, сломал. Все. Ой, блядь! Две капли дал. Терка, 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 бубли. Сзади. Сломал обоев, у меня как бы лида нету. Терка сзади. Все, байтим, байтим, блядь, не хилится надо. Терка, терка, она за мной сейчас будет. Да, она не придумала.
Могу, блядь, теркать. Да я вижу, что ты хочешь, чтобы я сделал. Я вытеку. Уходи, что ты хочешь? Я кручу, они не уйдут. Уходи в лес. Блядь. О, еще одну шанту. Ой-ой-ой. Да ладно. Угу. Не знаю. Уходи. Да нет, уходи. Хорош. Уходи. Терка. Да я понял, уходи. Захожу в терку. Зачем? Ты, а, тебе пизда уже вся тут. Хорош, он по шанте попал. Все, ладно, я пошел, короче. Ой, бля. Отъехал? Не. Сломал. Пиздец. Ебучий пинг, мое почтение, конечно. А у меня четвертый экран, ухожу. Ну я их всех сломал, просто всех, блять, они тут пятером, блять, сломанные. Идите вы нахуй. Все, ладно, я, короче, пошел, да. До свидания, блядь.
Эх, было неплохо.